Большие звезды светят малым. В Нижнем Тагиле впервые пройдет турнир под эгидой детской футбольной лиги на призы полузащитника «Зенита» Олега Шатова. В нем примут участие спортсмены 2010 года рождения. Победители отправятся в Анапу на финал международных соревнований. Конечно, Олег в курсе, он поддерживает. Ему очень понравилась эта идея. Все-таки это маленькие дети. Это все-таки мечта, может быть, у кого-то будет съездить куда-то. Все-таки я думаю, что это уровень. Предположительно, футбольные баталии будут проходить в мае-июне. На сегодняшний день заявилось уже 9 команд. В том числе планируется участие спортсменов из Качканара, Верхней и Нижней Салды.